Sonic Computer Entertainment Present. Present Naughty Dog. Naughty Dog. Present Naughty Dog. И чё презент? Вот чё презент, ребята. Мы с вами сегодня начнем проходить новую игрульку Uncharted. Uncharted. О, смотрите. Продолжить. А мне продолжить не надо. Нам надо новую игру. Оставить сокровища, статистику из предыдущих игры. Да, давай оставь ради интереса. Давай, мы прошли в прошлый раз на обычном. Давайте теперь пройдем на тяжелом. Uncharted 4, ребята. Вот. Так, смотрите тут, как у меня было. В 16 году сохранение. Офигеть. Когда ж это было-то? Давным-давно. Давайте здесь вначале сохраним. Ладно. Столько времени прошло. Ух ты. Я эту игру проходил на очень слабом телевизоре, так что, в принципе, для меня сейчас картинка будет шикардос. Я это уже повторял в конце прохождения третьей части. Вышло обновление недавно на PlayStation 5. Я на PlayStation 5 прохожу. Ну, я решил, пройду и на этом качестве. Для меня, наверное, все равно будет классно. Ух ты. Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Генри Эвери, 1694 год. Это, небось, пират какой-нибудь? Я, честно сказать, не знаю. Вау. Началось-то все по-крутому. Черт. Вот уже Дрейк-то постарел. Очень плохо. Да, анимация просто супер, конечно, ребят. Просто офигеешь. По сравнению сейчас вот с третьей частью, которую я играл. Просто. Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Круто, ребят. Вообще ништяк. Ускориться. Поехали! Вау! Как погнали! Я их задержу! Да я бы еще знал, куда плыть. Камера. Ага. Тарантилу, но поверьте, пока. Кого тут тарань? Ха-ха-ха! Круто протаранил я. Вау! Ушел, конечно, столкновение. Тум! Ушел один еще. Круто, ребят. Вот это, конечно, графон просто шикарный. Да я, блин, хотел тебя ударить. Оп, еще один. Сейчас я тебе тут дам бам. Ой, блин. Вот это попа. Мама. Да я и так плыву изо всех сил. Ой, блин. Как я еще живой? О, бульк. Обалдеть. Красотища-то какая, ребят. Ой, ё-моё. Ты-т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 ы
Прячься, прячься, прячься. Ух ты, повезло. В этой части, кстати, Натан вообще сильно походит на Сэма. На своего брата. Плыву! Плыву, плыву! Мочи его, гад. Ай! Ух ты, вот и первая смерть. Ну, тяжелый уровень, он явно тяжелый. Где они? А
Отлично, один отлег. Второй отлег. Блин! Ой, отлично! Давай! Еще! Где еще? Блин! Есть отлег. О, как я ему круто, прям в голову. Погнали! А я что делаю? И так туда плыву. Ой, блин. С какой ты убираешь? Скалы я еле вижу, да. Блин, ну четкий графон. Ребят, всем, кто будет на ПК, скоро играет респект. Вал графика еще будет лучше. Ой, мама! Ну, это по сюжету. Это по сюжету. Бабах и... Натан. Это я. Натан. Ну что нам с тобой делать? Не знаю. Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Не, так нечестно. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. Правильно говоришь. А ты имел право сразу махать кулаками. Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. Эй. На исповеди скажу. Ну давай. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. В смысле бедного? Скоро он будет богатый. Эх, тетя. Монахиня. Вон, смотри, братан мне там моргает. Хочет, чтоб я свалил отсюда. Давай, вали, братан, вали. Чик. Итак, зов приключений. The Looney of Adventure. Лал, как и Луни, вижу. Может, не Луны. Может, по-другому. Полезли наверх. Наверх? А, точно. По-другому никак. Да, анимация просто офигенная в игре сейчас. Просто супер. Ух ты, круто. Быстренько залезли. Так, а тут? Не пройти. Не пройти, да. О! Ну, может, сюда слезти? Опля, слезли. Опа. Отлично. Оу. Так, через больничку. Так, тихонечко. Что это не больничка, что это такое? Тут можно же еще пошарить что-нибудь, нет? Нет, ничего не шарит. Так. Дверь открыта. Ой-ой. А это не наша задача, помогать таким мальчикам? Опа-опа. Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? А что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо.
Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Сестра, иди спи. Десять других ей надо, видите ли. Давай, валим, валим отсюда. Чтоб тебя. Закрыто, 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 закрыто. Тут что? Вау. Мое досье. Ух ты. Читать. Приют для мальчиков имени Святого Франциска. Доклад о поведении подопечных. Я увидел, как Эдвард отобрал у Натана книгу и стал его дразнить. Натан тут же набросился на него и сбил с ног. Несмотря на то, что Эдвард крупнее него, он подбежал к мальчишкам, я подбежал к мальчишкам и разнял их, но сорванцы уже успели как следует отлупить друг друга. Подпись отец Райан Даффи. Так. Вью, вью. Ха, ну ладно. Прикольно. Так, бабулька где? Ну не бабулька, конечно, она совсем, но... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вон она. Надо к тому окну. Ага. Так это понятно, но она же тут ходит. Ну давай. Двигай, сестра. Что-то она тут ходит, так это... И удерживать. Опа, во. Когда возможно, кувырок. Опа, е! Оп, оп, опа. Она курит! От негодница. Сестра Кэт, я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Давай, 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 иди, иди. Ты, тебе легко. Бегаешь там с фонариком, а я тут, блин, ползать должен. Братиша. Да тут, вот он, я иду. Ач! Ёпо на бог, вот это звук был. Я думал, все, он там все легкие себе отбил. Вместе с животиком и ребрами. Почти на месте. Давай, давай, давай. Дрейк, теперь понятно, откуда у тебя такие навыки, да? Сэм? Ха, хулиган. Сейчас нападет на меня сзади. А я же говорил. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Хм. Вот это прыжок. Давай, хватайся за руку. А я думал, мне надо где-нибудь разбежаться и прыгнуть надо. Ну ладно, раз такой расклад, то такой. Тебя что там, не кормят? Конечно, не кормят. Тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Тоже тут вырос. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Какую совесть? Сюда. Ой. Да близко. Бульк.
Легкотня. А, легкотня. Ать, ать, опа, все. И заперто. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Хм. Ну, смотри. О. Теперь идем поверху. Тренировка так называется. Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. Конечно, я. Ага, L1 надо нажимать тут по-другому. Хорош. А, тут не залезть надо сбоку. Хорошо. Давай, убирай свою кошку. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас... Ох, круто. Скатываться. То вместе, то не вместе. Кто не рискует, тот не бьет. Поменьше думай, ты сможешь. Блин. Ловить сейчас будешь меня. Держу. Я ж говорил. Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Вставай. Угу. Такой интересный мальчугана маленького заставляют тут по крышам лазить. Ну клёво же. Ага, ещё как. Сюда. Не сейчас. Без 20:12, кстати говоря. Уже сон час должен быть у него. Теперь прыгаем. Ага. Оп, там что-то такое ощущение, что... А, нет, это огоньки просто. Ох, красиво, красиво, конечно, тут. Аккуратненько. А? Упс. Это ведь не грех. По-моему, грех. Что? На кресте? А, на кресте мы прыгнули. Ай! Что случилось? Я случайно. Ага. Ну, вперед. Полетели! Вау, раскачаться. Пум! Я молодец, твоя очередь. Ну хрена себе, уже сразу снял. Как ты это сделал? Красавчик. О, тут мне подфартило. Ой-ой-ой, фортуна на моей стороне. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Фу, блин. Вот он. Интересный такой. Обойди, говорит. Эти деревяшки сейчас как сломаются. Фу. Красивый вид, а? Да. Прикольно, слушай. Неплохо. Интересно, что за город это? Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? Вообще в чертах. Хм. Баламут, в общем, уже тогда был. Жди тут. Смотри и учись. А, понял. Катиться, потом прыгнуть. А я не... А, во. Ладно, Нейт. Давай. Ты сможешь. Да. Ну, прыгай. Просто прыгай. Опа, пошел. Фу. Командная работа. Получилось. Ага. Ну, конечно. Ну, чё ты?
Давай, куда идем-то мы? Так, иди за мной. Ну? А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Чё, кинуть-то? Да конечно, давай я кину. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Ух ты, есть с первого раза. Так. О, он веревку потерял. Ты ж веревку оставил. И как мы слазить будем? После тебя. А, лестница, хорошо. А теперь вниз. Отлично. Вот и все. Сент Фрэнсис. Мы удрали? Ага. Святой Франциск. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Ладно. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Угу. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Надолго. Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь. Соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через и... пару лет? Я хочу с тобой. Тяжело ему. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Так, начало, конечно, маленько понимаешь? Утомительное. Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Ну-ка. Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Ух ты. Да, вспомнил я это. На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Погнали! Ну, готов? О, да.